Привет, друзья мои! Как видно, как слышно, скоро в Новосибирске полдень. Я решил иногда, не каждый день, наверное, выходить в это время отсюда, прямо из центра Новосибирска, со своими комментариями, с новостями, может быть, с интервью и опросами. Мне захотелось поделиться с вами на регулярной основе своими впечатлениями о том, что происходит в нашем городе. Только еще название не очень придумал. То ли «Ты новости», то ли «Н новости», «Нова новости». Напишите в комментариях. Послушайте. Не случайно полдень. Дети спрашивают бабушку, вот она не проходит. Что это такое, бабуля? А это песня про Новосибирск. Такой неофициальный гимн. Наш, мелодия нашего города. Она хорошо известна тем, кто давно живет в Новосибирске. И ее каждый день в полдень здесь, на площади Ленина, исполняют. Ну так что, какие у нас новости? Ну, чаще всего я буду говорить о том, что произошло накануне. Если ничто не произойдет перед моими глазами раньше, в этот же день, когда я веду свои новости в прямом эфире, вот что интересно. А накануне 5 августа был день рождения, отмечался день рождения у бывшего мэра Новосибирска, бывшего губернатора Ивана Ивановича Индинка. Ему исполнилось 80 лет, и он собрал всех своих друзей, нескольких родственников, а друзей и родственников у него набралось столько, что был заполнен полный зал дома Ленина, вот там, где филармония сейчас, возле мэрии. Вот видите, день рождения. Почти случайно я оказался около этого плаката. Так чем примечателен Иван Иванович Индинок и его день рождения? Прежде всего тем, что в этот день рождения в одном месте оказались 5 губернаторов, ни один и ни одного действующего. Потому что Травников, он все еще временно исполняющий обязанности. И 4 бывших мэра. Ну, а да, один действующий, это Лукать. Все его поздравляли, радовались. Вернее, он радовался больше. Некоторые бывшие губернаторы тоже радовались оказаться среди публики. И это удивительно, потому что собрать в одном месте столько известных, занятых людей, хотя и в воскресенье, но у некоторых там предвыборная кампания как бы, собрать этих людей, среди которых некоторые между собой не общаются и не здороваются, это очень непросто. И как раз именно это удалось Ивану Ивановичу Индинку. И, наверное, не столько бы он их уговаривал, сколько сама личность человека оказалась настолько привлекательной, что пришли люди очень многие. И он в своем выступлении, он весь вечер солировал на сцене, устроил сам, составил сам сценарий. Молодец. И постоянно повторял фразу, вот где бы он ни работал, там оказались хорошие люди. Ну, вот такое свойство у человека вдруг выяснилось, ну, не вдруг, а по прошествии многих лет, к его юбилею, что вокруг него хорошие люди концентрируются. И вчера я наблюдал этих людей, вполне себе нормальные, в основном такая, знаете, немолодая уже элита Новосибирска. Уходящие или почти никого, почти никаких новых лиц, большинство из 20 века, многие уже пенсионеры. И вот примечательны были выступления, скажем, Лукать, он поздравлял, действующий мэр поздравлял бывшего мэра и рассказывал, и то ли по оговорке, он человек, умеющий говорить, поэтому, наверное, не случайно отметил черту у Ивана Ивановича Индинка, такую как смелость. Индинок, по мнению Лукатя, был смелым. На мой взгляд, он был просто Индинок, является человеком не только искренним, не только доброжелательным, душевным, как его знают, но и человеком расчетливым. Он старался действовать, и когда он понимал, что правильнее поступить посмелее, чем обычно, он так и делал. Это было и в 91-м году в августе, когда он не побоялся
по крайней мере, не сказать «да» ГКЧП. И там на митинги всегда ходил открыто с людьми, не боялся общаться. Так, а вторая смелость какая? А, когда он назначил сам себе выборы, которые проиграл. Мог бы их не назначать, он добивался их. Решил получить мандат доверия. Не получил. Ну, зато теперь он получил множество знаков признания. Вон там, сейчас вам покажу, в доме Ленина, в свой день рождения. Вон там. А еще одна новость, которую я вам расскажу, что-то я затянул. Надо покороче, наверное, новости делать. Это о том, что я договорился с исполняющим обязанности губернатора Травниковым о том, чтобы он ответил на вопросы, которые мы в интернете соберем, и я ему задам в прямом эфире. Вопросы любые, вопросы все. Я так понимаю, что заранее готовых, там, выгодных вопросов будет немного. Будут вопросы именно те, которые нас волнуют, которые вы напишете, мы их отголосуем, то есть какие из них наберут наибольшее количество голосов, и в порядке ранжирования, чем больше за них проголосуют людей в интернете, так мы их и будем задавать. Поэтому готовьте свои вопросы, пишите, это все будет в группе «Мнение Новосибирска» в Фейсбуке, или мне пишите в личку, или там другим способом, мы зададим их. Выборы не выборы, а прямой эфир и живой человек – всегда интереснее, чем то, что тут бывает, там у нас на плакатах увешано. Повторю свое мнение, которое уже высказывал. На мой взгляд, в этой избирательной кампании, которая, на мой кажется, для меня избирательной не является, все уже давно выбрано, и выбрали без нас, и за нас. Так вот, в этой кампании зря тратятся деньги. И я первый вопрос, который бы я задал Травникову, зачем вы столько денег тратите на уже решенный вопрос? Может быть, этим средством можно найти лучшее применение. А теперь давайте поспрашиваем людей на улице, какой бы вопрос они задали губернатору. Ну, будем так, без всяких каких-то прибавок. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Меня Тимур Хан. Да, я прошу, извините. Здравствуйте, девушки. Извините, пожалуйста, меня Тимур Ханов зовут. Я опросы на улице Новосибирска делаю. Вы из Новосибирска? Совсем. А, ну вы знаете, кто у нас губернатор, там, исполняющий обязанности? О, нет. Не знаете, вы политикой не интересуетесь? Нет. А если вам предложили задать вопрос губернатору, о чем бы вы спросили? О чем бы мы спросили губернатора? Не знаю, мне интересно вообще личная жизнь. Ну, что-то да, такое, что-то... типа, какие, не знаю, какую кашу он ест или что-нибудь. Отлично, вроде такого. Какую кашу он заваривает и ест. Спасибо. Да. Спасибо. Здравствуйте. Меня Тимур Хана зовут, я опросы в Новосибирске делаю. Вы из Новосибирска? Нет. Нет? А откуда вы? Можно узнать? Нет. Ну, не важно. Вам Новосибирск нравится? Нет. Не нравится. Отличный вам ответ. Здравствуйте, извините, пожалуйста, одну секундочку. Меня Тимур Хана зовут, я опросы в Новосибирске делаю. Вы из Новосибирска? Из Новосибирска. Некогда, к сожалению. Ой, у меня очень короткий вопрос. Я собираю вопросы для губернатора. Вот сейчас у нас предвыборная кампания, может быть, знаете. Какой бы вопрос вы задали Травникову? Или кандидата? У вас нет вопросов? Никак не проявил еще, да. Поэтому посмотрим. Вообще на выборы собираетесь? Честно? Думаю, вряд ли. Удачи. Здравствуйте, извините, пожалуйста, меня Тимур Ханов зовут, я опросы в Новосибирске делаю. Вы из Новосибирска? Да. А, у нас тут выборы готовятся, и я собираю вопросы для кандидата в губернатора. Какой бы вопрос задали вы Травникову и к другому кандидату в губернатора? Ой, не знаю, на обед иду. Не интересуетесь ничем? Любой вопрос? Нет. Ну ладно. Извините, пожалуйста, можно вас спросить? Вы из Новосибирска? Меня Тимур Ханов зовут, я опросы делаю. Здравствуйте, да. У нас предстоят выборы, может быть, вы знаете, губернатора. И я готовлю вопросы для Травникова или для других кандидатов. О чем бы вы спросили кандидата в губернатора? Любой вопрос. Когда жить будет хорошо у нас? А? Когда жить будет хорошо и просто. А сейчас плохо и трудно? Трудно. И как вы думаете, это зависит от губернатора? И от него в том числе. Хотя бы когда горячую воду будут отключать и включать срок, как обещают. Понятно. Так, спасибо. Спасибо вам. Ну, еще пару вопросов. Вон, по-моему, там кто-то на инвалидной коляске. Может, они будут интересно спросить. Человек в рабочей одежде вот стоит. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Меня Тимур Ханов зовут, я опросы в Новосибирске делаю. Задаю вопросы, которые я задам губернатору. Я там машину сейчас эвакуирую. Да ничего.
Пойдем, папа. У вас вопрос к губернатору есть какой-нибудь? Например, когда про машины, про эвакуацию? Да нет, мне сейчас эвакуируют. Ну ясно, ясно, извините. Человеку не того. Когда в городе правильно ли машины эвакуируют, у него другим голова занята. Давай сейчас подождем пока. Так. Перейдем вместе дорогу и спросим людей. Который ездит на коляске. Извините, пожалуйста, можно вас на минутку отвлечь? Меня Тимур Ханов зовут, я опросы в Новосибирске провожу. Спрашиваю вопросы на разные темы. А чем бы вы спросили губернатора или кандидата в губернатора, если бы вам было возможность? Сказала, чтобы к инвалидам относились богосклоннее, чтобы пантусы. Вот у нас, я живу в доме ветеранов, у нас пантус такой крутой, что там нельзя спуститься. Это где такой дом ветеранов? На Максима Горького. Понятно. Такой пантус, что не спустишься. И что лекарства никакого нету, лечения никакого нету. В общем, короче, на свою пенсию нам не прожить. Могу я узнать, сколько вам лет? Мне уже 70 лет. 70 лет? Держитесь, как говорил да наш... Да я и так держу хвост пистолетом. Правильно, успешно. Спасибо. Ну вот, будем держать хвост пистолетом, узнавать, как живет наш Новосибирск, и сообщать об этом в новостях. Давайте придумаем название. Т-новости, Нова-новости или какое-то другое название для новостей в полдень из Новосибирска от Тимура Ханова. Удачи вам, увидимся, как говорят, в эфире.